объявить себя банкротом. По общим правилам, банкротство физлица можно инициировать при долге в сумме менее 500 тысяч рублей. Также важно понимать, что банкротство не является дешевым процессом. Для прохождения процедуры необходимо оплатить госпошлину, вознаграждение арбитражному управляющему, публикации в Коммерсанте и ФРСБ, судебные и почтовые расходы. Общая стоимость банкротства варьируется где-то от 50 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. И это при условии, что вы делаете все сами. Если ваши интересы будут представлять в суде юрист, соответственно, их услуги могут стоить от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Если вам понравилось видео, давайте поставим ему лайк. До новых встреч. Пока.